Ой, катись. Ой. Ой. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня день следующий, это 1 января. Не думайте, что я не умывалась, просто я видео для вас снимаю заранее и знаю, что это видео придет. Знаю, что это видео будет 1 января. Поэтому я вас уже встречаю 1 января. Представляю, что вы такие после Нового года. И Денька, Денька, ты приветствуешь всех? Денька тоже вас приветствует. После Нового года интересно, как вы все отметили. Будем в Инстаграм делиться. Так что Инстаграм, кто еще не знает и не был там, здесь. Да-да, Дэнь. Да-да, ты что, спрятался там в подунках? Как я и обещала, сегодня у нас будет видео, мы будем смотреть, что же нам привезла Кристина. Наконец-таки распакуем все, и там еще есть вкусняшки, мы будем их пробовать, потому что чай у меня вкусный есть, а вот вкусняшки уже заканчиваются. Поэтому я хочу скорее распаковать для того, чтобы я могла нормально есть эти вкусняшки. Я же не могу без вас. Итак, вот такой пакет она нам привезла. Что здесь? Здесь пакет для малыша Глории. Мы его посмотрим после вещи. А также из Таиланда. Кристинка привезла нам целый пакет вкусняшек. Ой. Здесь все написано не по-русски. Поэтому кое с чем она не угадала. Мы будем пробовать, что за вкус. Там не сладюшка, а соленушка появилась. Также она привезла вот такую вот интересную штуку. Ты ничего не навел? У меня беспорядок сзади. У меня что-то фон, все дела. И я до сих пор не догадалась, что это на самом деле. Давайте откроем и посмотрим, что это, чтобы уже не томить ни себя, ни вас. Я во влоге показывала чуть-чуть, да? Открываем. Интересно, что это. У меня есть догадки, что это... Сначала я думала ковер, но потом Кристина намекнула, сказала, что это... Ой, ковер. Я думала на стену что-то. А потом она говорит, что не на стену, что это вроде как коврик, может, для медитации, что-то такое. Но я все равно не представляю, как это выглядит. И очень хочу увидеть. Ты там вкусняшки без мамы не пробуй. И первое, что я здесь вижу, это вот какой-то вот такая палочка какая-то вот с такой штукой красивой. А две свечечки тут есть. Вот они. И что здесь еще? И палочки-вонючки. Три штучки. Палочки-вонючки. Три штучки. Похоже на эти, знаете как, бенгальские огни. Смотри, ничего не открой там. Я тебя знаю. Нет, это нельзя, Дэнь. Ты сейчас все это испортишь. Да-да. Вытаскиваем. Ой, оно все запаковано. Опять запаковано. Еще запаковано. Так упаковали, так запаковали. Я хочу... Дэня, вкусняшки не разбрасывай маме. Здесь написано все по-небарусски, как я сказала, номер телефона. И вот что-то такое, да? Мне кажется, в общем... А, я поняла! Я поняла! Это такой коврик? Ух ты! Это вот такой коврик, он мягкий. Слушай, Крис, это на самом деле мне нужно... Крис знает, что я люблю помедитировать, когда у меня есть время. И как раз-таки, чтобы я не садилась просто куда-нибудь, у меня будет свое вот такое местечко. Я тебе сказала, что у меня есть подушка, медитационная подушка, лежит где-то тут. Нет. Но это, да, я прям буду ложить вот это, подушка сюда, и как раз-таки мои колени будут вот на этом мягенько. В общем, вот такая мягкая штучка красивая для медитации. Спасибо, дорогая. Так приятно, когда человек, понимает какие-то взгляды и, ну, как бы, уважает их и что-то делает, даже еще такое приятное. Мне очень приятно. Классно. Конечно, пригодится все это мне очень. Что-то распечатал там? Давайте перейдем к вкусняшкам. Ну, первое не вкусняшка, а мыло вот такое красивое, смотрите. Похоже на, не помню, лилия, что ли. Вот.
Красиво так пахнет. Слушайте, я вот такие вот цветы, на самом деле, когда мне дарят, я не могу прям мылить. Мне хочется повесить куда-то, они запах дают. У меня, кстати, многие такие красивые мыло. Мыло красивое, мыло вот такое висит в ванне, и просто я когда захожу, всегда аромат какой-то классный. Так что это я тоже повешу. Так, еще магнитик, само собой, магнитик у нас вот такой вот. Букет Таиланд. Здесь у нас, значит, как я поняла, разные сосалки с разными вкусами. Вот с таким вкусом. Я не помню, что, что, как называется. Дэнь, перестань тянуть все в рот. Вот, вот такие картинки. Вот они. Вот они. Я пила напитки с ними, со всеми. Мне очень нравится. И еще Кристинка думала, что вот это какая-то сладюшка, но здесь написано порк где-то. Свинья. Что, возможно, это вообще типа чипсов каких-то, знаете, что-то. Мы попробуем. Давайте сначала попробуем соленое, кстати. Если это порк свинина будет, то наверняка, чтобы, знаете, как не перевели аппетит. Дыня, ну что ты портишь мою штуку? Это кому подарили? Это мне подарили. Все испортил. И что теперь вот с этим делать мне? Так, открываем порк. Все запечатано, как обычно. Надо все делать в темпе, да? Пока малой тут не устроил мне бедла. А, она еще не открывается так быстро. Вот бери коврик, и с ковриком играй. Что-то необычное такое, слушайте. Оно, знаете, как будто здесь ворса какая-то, прям ворсистая. Вот, видите? Как будто ворса. Аж даже страшно есть, если честно. А вдруг там какие-нибудь жуки будут? Они же любят жуков. Крис, ты должна была со мной это все есть. Я не пойму, что это, но оно сверху сладкое. Внутри вот это все такое ворсистое. Нет, Дэнь. Ну, вкусно. Ай! Если бы не Таиланд со своими причудами. Немного страшно. Но эта тема сладкая, здесь нет никакой порк, очень вкусно. Слушайте, от того, что я знаю, что там таракашки, они любят зажаривать и продаются, здесь черные такие штучки, мне кажется, что это может быть какие-то насекомые там. Видите, как предвзято уже. Теперь начнем со сладенького. Здесь у нас засушенная вот такая штука. Я не помню, как называется все это, но мы сейчас будем это все пробовать. Блин! Фу, какой неприятный запах. Первый, во всяком случае. Сейчас вроде так получше. Дэнь, да вот твои уже. Блин, а как вытащить? У меня был один шанс, знаете, вытащить. Я сделала маленькую дырочку. Давай вытащу. Во, есть контакт. Дэнька разошелся не на шутку. Вот такая штучка. Пахнет... Скажу вам, не очень приятно. Какой-то непонятный запах. На вкус тоже. Такое трудно жуется. Очень странное. Что-то напоминает мне. Что не могу вспомнить. Такой нехарактерный какой-то. Сладюшка нехарактерная. Давайте попробуем еще одну. Здесь уже, как я поняла, сосяточки. Давайте мы их откроем. О! Надеюсь, они будут более приятные. Но это классно. Спасибо, Крис. Мне нравится очень. Конфетка. Отопрись. Так, вот и карамелька такая, как я понимаю. Мы ее открываем.
Она такая вот жевательная, знаете, как жевательные конфетки. Да, вкусно. Действительно чувствуется аромат какой-то не нашей фрукты. Чё пришёл? Чё пришёл? Трусы нашёл? Покажи. Следующая. Да что ж такое? Они все разлетаются. От них идет сильный аромат, совершенно другой. Это мы пробуем вот с такой штучкой. И потом останется еще одна. У нас тоже жевательная такая же. Ой. Ой. Криш. Ой. Ой. Ой-ой. Или можно? Первое вкусие просто как будто это, я не знаю, какая-то еда. Даже еда, которая непонятная. Я бы даже не угадала, что это жареная картошка. Например. А потом, второе после вкусия, уже идет сладенькое с жареной картошкой. Слушай, ну вообще, это ты должна быть со мной. Я тебе все это оставлю попробовать. Это уже сразу не пахнет, это у нас, по-моему, манго. Открываем манго. И пробуем. А, ну будет сладенько. Вкусно пахнет. Напоминает еще свежий огурчик. С манго самые вкусные конфетки. Но я все это оставлю всем попробовать моим. И маме, и брату, и Кристинке. Ленок приедет. Обязательно попробуют все. Класс, спасибо, дорогая, за впечатление, за частичку Таиланда. Ты, кстати, ездила туда и сказала, что ты там не встречала никаких насекомых. А я и только из-за них туда не рвусь так ехать. Но раз ты говоришь, то, возможно, мы сейчас ездим туда. И надеюсь, ты нам составишь компанию. Вот такой бедлам у нас везде вокруг, благодаря моему сынишке. И теперь мы посмотрим, что же привезла нам Кристинка для малого. Первое. Это вот такая кофточка. Все взяла как раз-таки нам уже на вырост так-то. Молодец. Это хорошо. Всегда нужно брать чуть больше. Вот такая кофточка, мягенькая, очень приятненькая. Что значит? Space. I love space. О, у нас мы как раз ракету только приобрели недавно. Дальше. Вот такая кофточка. Она утепленная. Это как раз таки нам и сейчас можно под курточку одевать. И можно это на весну уже оставить. Вот такая классная кофточка. Цвета, как я люблю, чтобы ничего сильно яркого не было. Вот такая кофточка с длинным рукавом. Крис, по-моему, брала, знаете, все, что ей глаз упал. Глория, я знаю, там огромнейший выбор, все классненько. Тоже с длинным рукавом, такая милая кофточка. Дина Тим Бест. Дэнь, смотри, будет у тебя какой. Смотри, дракончик. Дэнь, дракончик, смотри. Также купила нам брючки. Смотрите, какие модные. Вау! В стиле маминой этой куртки. Луи Виттон, которая. Луи Виттон, которая. Прикольные штаники. Они тоже, по-моему, чуть утепленные. Да, хорошо. И на весну, и на сейчас. На колготочке. Замечательно. Ну и носки, которые всегда у нас теряются. Не знаю почему, я их беру пачками, они теряются. Очень красивые цвета такие. Ну как раз таки под все, под что она брала. Вот такие цвета, да, и вот такие носочки. Все гармонирует, все классно, все нам подходит по размеру. Спасибо большое, моя красотка, моя принцесса, моя шоколадка приехала из Таиланда, такая красивая. Я думаю, вы видели все во влоге от 30 числа. И мы ждем тебя теперь в гости, будем снимать что-то новое, фикс прайс и еще что-то. Так что спасибо большое за подарки, я была рада все это распаковать.
Ну, конечно, там конфетка одна меня подколола. И напугали эти порк, блин. Нету там ничего порк. Все. Мне можно сыну вообще одежду не покупать. Столько всего надарили. Сынуля одет благодаря крестной, родственникам. Все стараются для нас. Спасибо вам большое. Заканчиваю я видео 1 января. Ждите впереди, как всегда, Фикспрайс, Алиэкспресс. В общем, много-много всего. Я вас люблю, целую и увидимся в следующем видео. Пока-пока!